Мартуси новый стайл. Марта? Так, спрятать надо. Писить, какать только на горшок, поняла? Да. Поняла. Левой стопой обхиатки, подавание пальца. Делаем прокатку, чувствуем, как продавливаются мышцы. Улучшаем их функцию. Влево. Четыре. Три. Два. Выдох. Хорошо. И расслабляем живот. И в другую сторону круг. Рисуем. Не кипишуем, не кипишуем. И еще. Матка больше всего кипишует. Вот это вот я им еду. Хорошо. Сделал. И вот ровная спина. Почему так громко, Кать? Значит. Кисида. Да. Осталось сейчас протереть тряпочкой этот весь песочек. Сначала поменяй воду, потом налей. Клим, зай. Вот, я тебе сейчас належу. Все, хватит. Ты им зальешь всю ферму. Сейчас упадет. Ты не стучи. Клим, давай без печенек. На обед сегодня овсяная кашка и рис с подливом из соевого мяса. Объедение. Первый раз сегодня приготовила супчик с зеленой чечевицей. Здесь у меня зеленый и красный, но больше зеленый. Получилось очень вкусно. Все как обычно, только томатную пасту еще добавила. Вообще топчик, очень вкусно. Как с остротой? Ни капельки не остро. Даже мне чуть-чуть остро. Это из-за того, что не было остро. Я, вот ты представляешь, вот кто-то вот по одному вот такого вот пакету берет и вот так вот засыпает. Не надо! Нет, ни капельки не остро. Я сама. Как было, так и осталось. Побольше, побольше. Все, побольше, хватит. Побольше. Ты перемешай сначала, сейчас будешь тут орать. У меня есть буратино. Фиг я тебе дам буратино деловой. Это папа пусть пьет. Не папе подари! Где уже буратино? Улетел. Ты уже выпил вот эту дрянь? Сядь, суп ешь. А где чокопай? Туда же отправила в свободное плавание. Ой, ужас. Что за ребенок? Вот это вот чечевица. Да. Может, до меня доесть? Нет, чтоб доел все. Не встанешь со стула. Зачем? Выключи камеру. Молодец, весь супчик съел.
go. Нет, я не хочу. Сходите, я быстро полы помою. А я подожду. Нет, вы не ждете, вы мне мешаете. Сейчас еще в воду Марта полезет. Давайте, go. Все, мы просто сидим. Мы будем просто сидеть. Да вот эта шкодная девчонка, она не сможет просто сидеть. Еще сейчас здесь скользко будет, Вов. Давайте идите. Пошли, я вас веду победить. Сама буду мыть полы, да? А потом придете и гулять пойдем. Маленький арбуз обычно не бывает такой вкусный, а тут как никогда. Сочный, не рыхлый. В еде не будешь, Вов? Нет, не буду. Блин, танцевала. Что там Марта делает? Наедается. Марта садится на лошадку, чтобы покачаться на ней. Кач, 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 кач. А как лошадка делает? Там бабуля, деда. Деда. Деда, да. Вова, ты иди сам гуляй. Мама, я не буду за ним следить, хорошо? Да и за ним не надо следить. Он же не Марта. Главное, чтобы у него компания была, да, на площадке. Я ему найду площадку. Ой, только я сначала на вот этой вот площадке хочу погулять. Хорошо. Сломал! 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 Кто сломал? Это. Кто сломал, Марта? Папа? Клим, папа, Вова, кто сломал? И Клим, часы обязательно. Где твои часы? Они на диванчике лежат. Вова, принеси мои часы. Моя. Что ты снимаешь? Мне кажется, этот велик тебя еще больше сутулит. Да? Нет. Натерла на терке цветную капусту. Сейчас буду поджаривать. Кто здесь хулиганит, шкодит? Положи мыло на место. Ай-яй-яй. Ручки мылит. Красавец. Цветная капуста готова. Добавила сюда маш.
можно добавить рис, и получится такой а-ля пловчик. Сидим тут на районе. Саня нашел себе отдушину после работы. Ой. Сидим на скамеечке около подъезда. Домой заходить не хочется. Так свежо на улице. Хотя уже 10 часов. Папа, что это? А к какому? Ага. Вот тренируйся на этом самокате. Ой, Мартуся, давай я тебя покатаю, получу. Давай персик сначала сюда. Вовка сам взялся помогать папе, причем по-серьезному. Натаскал уже пол тачки веток. Я просто поражаюсь, как этот ребенок отличается от Клима. Мне иногда кажется, что вот Клим так не делает, и я его даже не заставляю. Как? Такой родился ребенок. Вот такой ты родился, да. Трудолюбивый. Он ужасно любит порядок. Он свои трусы идеально всегда складывает и носки, да? Помнишь, как ты сложил там все аккуратно? Помню. По-моему, я даже снимала.